Сегодняшний день, проведенный с нами на строителей 30, мы решили посвятить тайскому массажу и стоун-терапии. Теперь проще. Стоун-терапия – это прогрев вашего тела камнями. Но вот что с тайским массажем? Кто-то думает, что тайский массаж – это эротика. Проверьте мне, это не эротика. А еще, вот представляете, да, возникает проблема, когда тебе нету необходимости залезть в теплый бассейн или в баню, либо еще куда-то, потому что, ну, проблемки возникают. И вот для этого у нас есть замечательные камни терапии, то есть они прогреваются и укладываются на вашу спинку. А теперь станет совсем просто. То, чем занимается бодрая и заслуженная часть населения Таиланда, не имеет никакого отношения к тайскому массажу. И попрошу не путать. Вот вам нормальный тайский массаж. Никакой эротики тут нет. Сюда приходишь, здесь расслабляешься, а потом получаешь вот такой результат. Честно, нигде и ни разу я такого не видел. Да, меня крутили не по-детски, и последний-то раз такое было очень давно. Да, понятен результат, в случае чего я понимаю свой позвоночник и смогу выдернуть заевшую часть. Но вы-то нет, и вот для вас тайский массаж. Итак, почему-то считается, что тайский массаж вот именно в таком виде приравнивается к эротике. Но хочу вас заверить, что никакой эротики здесь нет. Мало того, работает не только специалист, вы тоже прикладываете к этому усилия. И я думаю, что через 10 сеансов, я думаю, уже можно стать гимнастом. Вас так растянут, что эротику вы уже можете показывать в нужных вам местах сами. Тайский массаж – это не эротика. Эротикой тут даже не пахнет. Мы работаем с вашим делом. Это маленькая гимнастика. Тайский массаж, он очень полезен для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Преимущество в чем? Это идет разминка всех мышц, застоявшихся, в том же числе суставов. Если человек очень длительное время сидит на работе, ему он просто необходим. Стоун-терапия идет как оздоровительный процесс всего тела. Мы предлагаем тем людям, которым нельзя идти в сауну, поместить теплые камушки на их части тела. А в результате у нас получится тот же самый эффект, только уже без потения. И тем самым мы способствуем нормальному артериальному давлению. Так вот, что касаемо меня. Мне после операции запретили идти в сауну. Запретили в том числе и посещать баню. Не получается. Но тем не менее, и спинка-то у меня также болит. Представляете? Я, конечно, понимаю, что время-то было хорошее. Покойный мой замечательный человек, вот, он мне объяснил, как это все вытягивается. Но не все же можно вытянуться, да? Вот. Я пришел сюда на фитобочку, вот, для того, чтобы мне здесь показали и объяснили, как мою спинку можно подлечить. При этом голова будет абсолютно, ничто с ней не будет. То есть она не будет нагреваться. Для этих вещей есть камушки. Вот такие камушки. Вот. И они будут укладываться мне на спинку. И в результате у меня будет все, я думаю, будет все шикарно. И вот я уже готов. И сейчас человек зайдет и покажет, как все это делается. Так, вот меня сейчас немножко. Да, да, да. Ой, о-хо-хо, хорошо, хорошо, хорошо. То, что нужно, то, что нужно. Теперь мою кожу увлажнили, вот, и на меня укладывают замечательные камушки. Вот, я полежу, естественно, все это дело меня хорошо прогреет. Вот, тем более, надо понимать, о, как все классно, и еще класснее, ой-ой-ой, вот так вот все и делается. То есть, голова вообще нигде, ни при каком паре она не работает. Но зато, то, что делается с моим телом, и это супер, рекомендую всем сюда прийти. Вот, улица Строителей, 30, телефончик мы в конце покажем. Ну и, собственно говоря, сколько стоит стоун-терапия?
Стонотерапия стоит 500 рублей. Новая акция, и посмотрите, как она работает. Тайский массаж стоит 1500 рублей. Сумма эквивалентная тому, что с вами сделает, помните, тот самый человек, а их-то и нету, который промассирует ваше тело. Ну вот так получается, ни эротики, ничего. Просто здесь вы понимаете, что люди, собравшиеся в дубовые бочки на строителей 30, заботятся о вашем здоровье. Представляете, где все это находится? И телефон 43-49-74. Вы сюда можете прийти, обязательно записаться, и с вами поработают. Причем поработают для вашего тела. И вы поймете, что и ваше тело в любом состоянии может дышать свободно и работать великолепно. Поэтому почему бы сюда-то и не прийти, а?